Гуляем, отдыхаем. Напа — это у нас венерный городочек. Ну, в основном здесь Венерии очень много, люди приезжают, отдыхают. Хорошая погода сегодня, очень тепло. Люди гуляют здесь прям. Что-то Напа Валли Хотель энд Суитс. Сакура. Ой, у нас уже Сакура. Деревья цветут. Во всем цвету, значит, уже весна у нас приходит. Смотрим, смотрим, что здесь еще интересного есть. Куда зайти погулять, посмотреть. Сначала объезжаем, потом будем обходить. Хотель какой-то, Арчер Хотель. Сколько здесь магазинчиков разных. Угу. Парковок, правда, нету. Найдем сейчас.
очень исторический городочек. Здесь у них даже на улицах вывески висят, что даже улицы это исторические, старинные. Здания такие все очень старинные, часовни. Гуляем в Напа. Смотрите, какие здесь ягодки в Напе растут. Может, с них делают вкусное вино? А? Куст какой обалденный, а? А это сакуленты. Здесь притаились. Смотрите, какая пальмочка притаилась около старинного здания. Вот здесь набережная. Вот такая у них здесь речка, на которой стоит Напа, городок Напа. Смотрите, красивая какая, то ли гостиница, то ли апартменты. Главное, здесь такие цветочки интересненькие. Очень красиво. Продолжаем наблюдать за красивыми местами Напа. Нам понравилось это здание. Здесь здание, балкончики обвиты такими деревьями. Какой фонтанчик красивый. Кстати, это... построил кто-то из Сакраменто, там, где мы живем. Такая здесь рыбина большая. Здесь такие красивые сиреневенькие цветочечки. Очень красиво. Правда, дочь? Очень красиво. Смотрите, какие калы здесь. Вау! Красотень такая! Под такими деревьями. Здесь еще такая птица. Дима обнаружил. А это что? По-русски hummingbird. Как это будет? Стрекоза. Это не стрекоза. Калибри. Калибри. Hummingbird. Hummingbird. И калибри. По-русски это калибричка. Такая громадная она одна. Здесь вот гуляем. Очень хорошая погода. Мы гуляли-гуляли, к нам подошли тоже ютуберы и сказали, можно вас заснять, чтобы вы в нашем видео видели, были вернее, и будем сейчас тоже участвовать. Камера профессиональная. Да, у него такая камера настоящая. Так что будем сейчас участвовать. Thank you.
Димочка! Дима! Hi! Мы пришли в такую кофейничку французскую. Сейчас будем кофе пить и макарунцы кушать, да, и эклерики. Вот что мы взяли в парижском ресторанчики в кофеюшке. Сейчас вот мы посмотрим. Дима уже поспешил, вытащил. Ну, он бежит. Терпения нету у него. Бежит, чтоб не бежала. Здесь макарунцы у нас.